Хорошо. Вырастаете. Двигаете ногами. Наклон. Локти ведром. Спиной вверх. Всем спортивный привет, это красочный забег в Лужниках. Посмотрите, сколько людей, это круто, большое событие. Давай мне камеру. Огромное, огромное масштабное мероприятие. И на самом деле эти забеги, эти соревнования, они всегда добавляют энергии, драйва, позитива. Отличное время, чтобы встретиться с друзьями и проверить свои силы. Особенность сегодняшнего мероприятия в том, что будут обливаться краской. И это, конечно, интересно. Три. Дай немножко, так, более нет. Ага. Вот это встреча. Здесь специальная фотозона, но мы видим карту, старт, финиш, городки и все прочее. Мы с Дашей сегодня тоже на месте. Конечно, не могли пропустить такое большое событие. Даша, как настроение, как самочувствие, как солнце? Класс, мне все очень нравится. Посмотрим, как это будет выглядеть. Надеюсь, что в нас краской не попадут. Ну, кстати, очень интересно наблюдать за теми людьми, которые наряжаются сегодня в костюмы. Это прям вообще забавно смотреть, кто-то космонавт, кто-то врач. Здравствуйте, а вы сегодня кто? Ой, Гошечки! Понятно, да. Это норма! Это классно! Это Елена Малышева. Ничего необычного вы здесь не увидите. Сегодня бегут все: Елена Малышева, Леонид Якубович, ангелы, врачи. В общем, костюмов действительно много. И мы видим, что даже котики или зайчики, кто это? Это котики. Тоже на месте. Покажем все самое интересное. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы начинаем праздновать очередной спортивный день. Люди реально, получается, в этой четверти. Так, сейчас мы здесь увидели стюардессу, мы у него спросим кое-что. Здравствуйте, подскажите, а у вас сегодня рейс отменили, да? Или... Рейс на красочный забег сегодня. Понятно, класс. Класс. Друзья, очень важная информация. Кластеры у нас заполняются. Заполнился уже. Вставайте. Я нашла еще одного персонажа, сейчас мы к нему подойдем. Я к вам, здравствуйте. Вы сегодня кто, плейбой? Нет. А кто? Я просто очень добрый зайчик. О, как это мило. Вас на забегу. Милые зайчики здесь на забеге красочным. Ну и вообще тусовка реально очень крутая. Мы идем к старту. Здравствуйте, а я к вам. Я к вам. Да, я к вам. А вы что, приехали с Никита, получается? Да? Это невероятное стечение обстоятельств. Да, плыли по Нилу и доплыли до Москвы. До Москвы. До Москвы. У вас классные жаре варить по-русски. У вас классные жаре по-русски. Это правда. Да. Но интересно, что сегодня нет результатов, нет секунд и нет первых мест. Возможно, они теоретически-то существуют, но сегодня это не важно. И кластеры даже занимают не как обычно это делают, элиты, там, те, кто быстрые, не быстрые. Сегодня просто кто успел, тот и занял. Фан-ран, красочный забег. И Дашины любимые египтяне здесь все. На самом деле, вот вы видите, и феечки гуляют, и... Купидончики, на самом деле, да, здесь жарко, круто, и это Москва, красочный забег. Сегодня работает на победу. Кстати, расскажу, а Сергей Зеленов поставил в 2014 году. На дорожном зале июля 2017. Yeah.
Старт красочному забегу дан, и это начало большого мероприятия. Здесь, в Лужниках, вы видели, что много костюмов и много действительно людей, которые любят спорт по-настоящему. Но это только первый кластер, дальше старт будет продолжаться, и мы все это увидим. Это финишная арка, и здесь будут заканчивать гонку сегодняшние бегуны, спортсмены, участники. Даша, ну мы передвигаемся, соответственно, к этой зоне с стороны старта. Какие впечатления от начала забега? Потому что действительно прикольно, костюмов много. Что тебе понравилось больше всего? У них там так весело, и то, что у нас. Это точно. И надо заметить, что фан-ран, формат, где награждают лишь первых трех участников, а остальные бегут, даже времени отсекают и бегут, чтобы получить в конце, на финише, свой мешочек с краской. И после уже финиша будет такой массовый краска вверх, и я думаю, красиво должно получиться. Обязательно это все мы увидим и вам покажем. Ну а здесь сейчас в финишной зоне ждем лидеров гонки на 50 километров, на самом деле на 5. Победитель сегодняшнего забега уже бежит к финишу. И мы с Дашей пока здесь стояли, наблюдали. И краски видели, обливают участников. И уже серебряный призер бежит. Посмотрите, вот здесь участник больше измазался. Я ставила на него, что он будет первый. Даша считала, что это лидер, но нет, второе место. И посмотрите, как измазали краской спортсмена. Он превращается в Халка. Нет, в аватара. Так, ну и уже бронзовый призер тоже здесь на месте. Не хватает, конечно, сегодня поддержки, мне кажется, спортсменам, потому что... Но... Пять километров. Ну как они быстро пробежали, Даша, согласись. Мы только успели перейти от старта к финишу, а они уже здесь бегут 5 километров позади. Отлично, отлично. Не знаю, будет видно или нет, там над судьей, чуть выше, над крышами, синий такой озаряется краска обливают. Этих парней сильно измазали краской. Ой, мне первый парень напомнил мне Таноса из «Мстителей». Вставь потом, пожалуйста. Левее забирай, левее! Бежи, бежи! Первый среди костюмированных участников. Как тебе костюм тигра? Классный. На самом деле, повеселее, согласись? Да, сбежал из мультика «Король лев». Ну, он достаточно быстро бежит. А ты представляешь, как ему жарко? О, Никитос! Давай! Также у нас есть крашеная фотобаба, которая тоже может взять и сделать прикольную крашеный забег. Бежи. Кто-то здесь выкладывается очень серьезно под финиш. А как думаешь, если бы они боролись вместе с дьяволом, он бы его пропил? Я думаю, выиграл бы пират. Пират, давай! Ну и мы отмечали перед стартом, что много костюмов докторов. И первый из них уже финиширует. Но это уже экстремальный костюм, представляете, 5 километров ведь нужно было пробежать с таким мечом. А что это? Это человек без зеркала? Не знаю, страшно представить даже. Венсдей, беги ко мне! Венсдей, боже мой, круто! Пятюню! Никто не хочет не давать пятюню, мне так стало грустно, что я даже...
ведущий проснулся! Ура! Наконец-таки! Вековое сообщество, могли бы ли вы пригласить Ивана Докукина, чтобы он вам провел соревнования? Действительно, я могу даже не замолкать, не обязательно 30 минут тишины. Да, не обязательно молчать, можно просто вести. Ой, классно, самурай! Наших финишеров, посмотрите, какие яркие участники. Сочетайте. Медсестра! А мне? Продолжай, друзья, финишировать. Спасибо! Всех новостей. Ой, ракеты держат. Бутылка воды, конечно же, пакетик с краской. Пакетик с краской сохраните, потому что в 11:15 вы, собственно говоря, сможете принять участие в нашем большом крашеном рейве. Когда потерялись. Бежи. Посмотрите, это что-то, что... Смелись. Да, это... Еще один сухарь. И что, в 11 часов... Карлсон! Встречаю вас! Ну а это уже финишная зона. Здесь участники забега, которые закончили свою гонку. Даш, ну круто. Да. И уже на финише там давали тем, кто добежал, мешочки с краской. И уже очень многие их в воздух запускают. И настроение, конечно, бомбовое. И люди друг другу сами создают настроение, как тот парень, который нарядился в гуманоиды или в кого? Да, гуманоид. В общем, костюм гуманоида, который держит парня, мальчика. Ведущий уже анонсирует салют праздничный, о котором я говорил. Все краски будут подкидывать. И я думаю, что это, конечно, будет интересно выглядеть. 3, 2, 1! Просто оседает везде, очень круто, особенно когда подбрасывали, это классные эмоции, очень круто. Но обязательно берите очки, если захотите принять участие в этом, в этой истории. Подошел к концу, но и красочный экстаз тоже уже случился. Какие общие впечатления у тебя? Давай подведем резюме. Это очень весело на самом деле. Весело, драйвово, энергично. И посмотрите, дискотека продолжается.
до сих пор дэнсы, краски кто-то сэкономил, а там есть специальное устройство, типа огнетушители, только тушат они не огонь, а, не знаю, хмурое настроение, тушат и все, красочный забег, это круто, спасибо, что смотрели, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не потерять, совсем скоро еще много интересных роликов, спорт мы любим вместе, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, и увидимся, бег, спорт, это круто, всего вам доброго, пока! Еще я скоро бегу ночной забег, поэтому, если вам будет интересно, последить за мной, напишите в комментариях. Удачи мне!